Следующий наш сюжет подготовлен совместно со службой государственной безопасности. В нем речь идет о проведенных на местах сотрудниками СГБ оперативных мероприятиях по пресечению фактов, связанных с незаконной продажей земель. В последнее время в республике принимаются решительные меры по пресечению фактов, связанных с незаконной продажей земель. Но, несмотря на это, на местах нередко встречаются подобные правонарушения. В частности, начальник службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья одного из районов Андижанской области на основе договора аренды пользовался 1 гектаром фруктового сада, принадлежащего местному фермерскому хозяйству, не имея права распоряжаться указанным земельным участком и передавать третьим лицам. Он намеревался незаконно продать его за 45 тысяч долларов США. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления службы государственной безопасности по Андижанской области и территориального управления департамента при Генпрокуратуре, указанное должностное лицо задержано с поличным при получении у покупателя запрошенной суммы. Во время оперативного мероприятия, проведенного управлениями по Ташкентской области, службы государственной безопасности и департамента по борьбе с экономическими преступлениями, при получении 10 тысяч долларов США был задержан частный предприниматель, который договорился продать покупателю за 1 миллион долларов США 2 гектара земли на массиве Тузель Кибрайского района. В ходе доследственной проверки выяснилось, что указанное лицо регулярно занималось незаконной продажей земель, в результате чего пострадало немало людей. Руководитель акционерного общества «Наваи Савдо», расположенного в городе Наваи, без уведомления акционеров попытался незаконно продать принадлежащий данному обществу 1 гектар земли за 29 тысяч 700 долларов США. Он был задержан сотрудниками управления СГБ по Наваийской области и Наваийского городского отделения департамента при получении в качестве аванса 50 миллионов сумм и 1500 долларов США. Сотрудник Андижанского областного филиала Государственного научно-проектного института по землеустройству потребовал от гражданина 10 400 долларов США за выделение через возможности своих высокопоставленных знакомых 8 гектаров земли из резерва Хакимята Курган-Тепинского района для занятия рисоводством, а также оформления соответствующих документов. Его задержали сотрудники СГБ и департамента при получении 1000 долларов США из запрошенной суммы. В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В рамках следственных действий принимаются необходимые меры по выявлению других лиц, причастных к этим противоправным деяниям.